Вадим Юрьевич, мы, жители улицы Курчатова, просим вас предоставить застройщику новый участок для строительства. Мы понимаем, что это сложный вопрос, но очень рассчитываем на вашу помощь. Посмотрите внимательно на дорогу. По этой дороге весь микрорайон выезжает на главную дорогу, ведущую в город. Застройщик не отступил от дороги даже полуметра. Ширина строительного участка всего 35 метров. Расстояние от дома Курчатова 32А до дороги всего 54 метра. На этом строительном участке будет строиться дом высотой в 10 этажей. Будет работать огромный башенный кран. Мы интересовались, высота, наверное, 37 метров. Ширина участка строительного всего 35 метров. Этот башенный кран будет угрожать безопасности людей, живущих в доме 32А, будет угрожать безопасности проезжающих мимо машин. Я уже не говорю о том, что расстояние в 54 метра, это не будет соответствовать нормам, минимальным нормам расстояния между 10-этажными домами в 40 метров. Очень просим вас, не оставайтесь равнодушными, помогите нам справиться с нашей проблемой, подумайте о безопасности людей, дайте нам возможность долгие годы вспоминать вас добрым словом.